вот это вот что такое странное? Ай, колючее. Пигги, это... Давай тяни. Пигги, я стараюсь. Эх. Каким местом ты стараешься? Каким надо, таким и стараюсь. Тяни, чего оно не едет? Давай. Эх. Не понял. Это что за цирк? Вы чего удумали? Это Пигги. Это она хочет покататься на саночках. Ну кто же катается на санках летом? Для этого зима есть. До зимы очень долго ждать. Я сейчас хочу кататься. И кот тоже хочет. Вот вы глупые. Давайте так. Если эта серия наберет 1000 лайков, я сделаю так, чтобы ваши санки ездили летом. В прошлой серии я высыпал Орбиз в бассейны. К сожалению, полного бассейна Орбизов не получилось, но получилось почти ведро. Интересно, если их оставить на солнце, что с ними случится? Давайте посмотрим. Вот так. Еще немного. И еще чуть-чуть. Пигги, а что это ты делаешь? А это я буду орбизное дерево сажать. Какое-какое дерево? Ну, орбизное. Посажу орбизы, и из них вырастет орбизное дерево. И на следующий год я соберу целую гору орбизов. Пигги, мне кажется, что орбизы не растут на деревьях. А где растут? На кустах? Да нет же, их делают на заводе. Да? Да, на заводе игрушек. И что, ничего не вырастет? К сожалению, нет. Пойдем, я тебе покажу, что может вырасти на деревьях. Смотри, вот это вишня. Ой, вишня, да знаю я. Кислая и невкусная. Ну, не всегда. Вот это вот, например, сладкое и вкусное. А вот это вот что такое странное? Ай, колючее. Пигги, это крыжовник. Он сладкий и полезный. Да, неплохо. А еще у нас есть смородина и... Это я знаю. Ну, что это? Это малина. Правильно, Пигги. Чтобы не болеть зимой. А вот это что, знаешь? Бубки какие-то. Не бубки, а тоже малина, но только черная. Какая же черная, если она вон красная? Она еще не спелая, а когда доспеет, станет черной. Из этого всего я могу тебе сделать смузи. Из малины, крыжовника и вишенок? Конечно. Ой, нет, я бы лучше из банана, кокоса. Пигги, у нас такие плоды не растут. Ну что, сделать? Нет, я тебе сказала, какой хочу. А я тебе сказал, что у нас такое не растет. Ну тогда я ничего не буду. Эх ты, вредина. В прошлой серии я спросил, кто построил эту гору. И правильный ответ – муравьи. А называется эта гора Муравей. Кстати, муравьи – невероятные сладкоежки. Сейчас мы их попробуем выманить с муравейника с помощью сахара. Посмотрим, сколько муравьев съедят вот эту вкуснятину. Выбери следующее видео или нажми на солнышко, чтобы посмотреть все выпуски. Выбери следующее видео или нажми на солнышко, чтобы посмотреть все выпуски.